Ну вот и Новый год. 31 декабря 2017 года. Подведем небольшие итоги. Это наша знаменитая улица Бетховена. 2 года кац уже в таком состоянии, да? Что вообще здесь за улица? Хороший тротуар, да? Вообще, давай, стой, дай ботинки твои сниму. Классные ботинки, молодцы. Новые ботинки купила вчера. Вчера? Да. И у меня те расклеились, я купила. Вот это называется тротуар, да? Да. Отлично. Классно, кругом глина. Ну, дальнобой, поздравь-то с Новым годом-то. Мог бы и факнуть. Не, по этому тротуару точно не пройти. Посмотрите, в каком он состоянии, весь течет. Это называется тротуар, да? Ладно, пойдем посмотрим с той стороны. Ну, здесь немножко лучше. Пройти можно. Вот это вот у нас хорошо получается. И плакатики быстренько, и все. А вот Бетховену сделать, то зачем? Вот у нас. Меня интересует бензин 95. Я несколько лет уже веду наблюдение. 1 января 2017 года 95 бензин стоил 38 рублей 5 копеек. Сегодня последний день года. 40 рублей 55 копеек. Отлично. Посмотрим, что будет в следующем году. Полисть почти целое, с течением.